Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня у нас с вами вот такой мотив и вот такая легкая воздушная кофточка для лета. Она вяжется из очень простого круглого мотива, соединяется тоже достаточно просто. Схема самого мотива у меня есть. Схема, как бы мы их соединяем, у меня тоже есть. Единственное, только чего у меня нет, это как бы как мы можем разложить наши мотивы. Но у нас с вами достаточно много было кофт, где показано, допустим, как мы можем разложить с вами по выкройке любой из мотивов, как их можно соединить. И в итоге мы можем с вами получить очень интересную, легкую, красивую кофту на лето. Итак, кому понравилась идея, давайте сейчас свяжем вот этот вот круглый мотив. Вязать я буду вот с такой пряжи. Мне очень нравится сама по себе пряжа. Изделие с нее получается, ну, по крайней мере, мотивы у нас с вами получаются очень красивыми, да? Мы с вами вязали вот такой. Посмотрите, да? Это из этой нитки. Я вязала вот такой вот. Тоже очень красиво получается. И сегодня мы с вами свяжем вот такой круг из этой пряжи. В 20 граммах 159 метров. Конечно, для этой кофточки вы можете подобрать любую другую пряжу, потому что, я думаю, с этой пряжи будут вопросы. А любую другую пряжу, вот, допустим, в 100 граммах где-то 550-600 и меньше, может быть, даже можно подобрать, можно будет связать. В зависимости, чем тоньше нитка, тем будет у нас изящнее и легче наша кофточка. Итак, мы с вами приступаем. Начинаем с первой воздушной петли. И я вяжу 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаю в колечко. 4 петли подъема. 1, 2, 3, 4. И еще 2 воздушных петли. 2 накида. И в колечко мы с вами вяжем столбики с 2 накидами. 2 воздушных петли и следующий столбик. Столбиков у нас должно быть 11. С 4 петлями подъема у нас должно получиться 12 столбиков. Итак, у нас с вами 12 столбиков есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 воздушных петли и 1, 2, 3. И в 4 петлю подъема мы с вами завершаем наш ряд. Я перехожу соединительным столбиком под арку. И вяжу 1, 2, 3, 4, 2 накида. И провязываю один накид и второй. Но на крючке не довязываю, остаются 2 петли. Еще раз. Это у нас как бы третий столбик с 2 накидами. И теперь мы их провязали. 1, 2, 3, 4, 2 накида. В следующую арочку мы вяжем точно такой же столбик из 3 недовязанных столбиков с 2 накидами, которые мы соединяем с вами в одну вершину. В каждую арочку мы провязываем с вами такой столбик и между ними вяжем по 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И в итоге по кругу. Итак, у нас с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков. Последнюю арочку мы вяжем с вами вот как 1, 2, накид. И вершину первого столбика заходим и вяжем столбик с одним накидом. Таким образом мы с вами оказались в центре нашей арки. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4. Столбик без накида вяжем вершинку нашего столбика. 1, 2, 3, 4. Столбик под арочку.
1, 2, 3, 4. Столбик в вершину. Итак, мы с вами чередуем. Столбик в вершину, столбик под арку. И так провязываем с вами весь ряд. Я обошла весь ряд, и последнюю арочку мы тоже с вами вяжем, чтобы оказаться в центре. 2 воздушных петли накид, и в то место, откуда выходили, вяжем столбик. Сейчас посмотрим схему. Я как-то упустила из виду, чтобы вам ее показать, чтобы было более понятнее. Вот у нас с вами такой мотив. Вполне возможно, что его можно где-то применить в каких-то соединениях. Допустим, квадраты, круги. Вы можете вот его применять. Давайте посмотрим схемку. Вот мы с вами сделали первый ряд. 11 столбиков. Вот мы с вами сделали столбики с одной вершинкой. Да, и провязали вот ряд арок, которых закреплялись в саму вершинку и под арку. И теперь мы с вами провязываем еще один ряд. Через 4 воздушных петли в каждую арку мы провязываем столбик без накида. То есть мы с вами в центре. Теперь 1, 2, 3, 4 и под арку. 1, 2, 3, 4 и под арку. И так до конца ряда мы с вами провязываем еще ряд арок. Итак, ряд мы с вами обошли. И вот то место, откуда у нас выходило наше вязание. Опять-таки 2 воздушных петли, накид и столбик. Мы опять с вами в центре. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И вот в первую арочку, идущую по ходу движения, мы с вами опять вяжем 3 недовязанных столбика с двумя накидами. 1, 2 и вот 3. И провязали. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку, идущую по ходу движения, провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Под арку, идущую по ходу, опять-таки столбик с 3 недовязанных. Таким образом мы с вами чередуем столбик без накида и столбик с одной вершиной из 3 недовязанных. И опять 1, 2, 3, 4, 5 и под арку. Итак, вяжем с вами весь ряд. Итак, вот что у нас с вами получилось. Здесь у нас с вами 12 столбиков. И теперь я вяжу опять-таки 1, 2, 3, 4, 5, и мы с вами вот соединяемся в точке, с которой выходили соединительной петлей. Далее я провожу, дохожу до 3 петли, соединительный столбик зашла, 1, 2 и вот 3 столбик. Теперь я вяжу 1, 2, 3, 4, 5. И здесь 1, 2, 3. В 3 столбик я провязываю столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. У нас здесь опять-таки 1, 2, 3. В 3 столбик, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Сейчас мы с вами посмотрим схему. Я думаю, вам так будет более понятно. Вот смотрите, мы с вами провязали вот этот ряд. У нас, видите, вот столбики. А теперь мы вот с этой точки сделали 5 петель и соединились. Мы соединяемся с одной стороны вот этого столбика с одной вершины. 1, 2, 3. Соединились 5 петель. Теперь с другого столбика, видите, 1, 2, 3. С одной и с другой стороны мы соединяемся через 5 воздушных петель. То есть мы вот с этой стороны, видите, вот наш столбик с одной вершиной, мы с этой стороны и с этой соединились.
Теперь мы опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5. У нас очередной столбик. 1, 2, 3. В третью петлю мы зашли и провязали столбик. С правой стороны провязали 1, 2, 3, 4, 5. И провязали с третьей стороны, с левой стороны в третью петлю. Видите? И так по кругу. Итак, мы с вами обошли практически ряд, остался одна последняя арочка. Эту арочку, у нас здесь с вами 5 петель, мы с вами вяжем 1, 2, 3, накид. И вот точка, в которую мы с вами выходили, провязали столбик с одним накидом. Мы с вами как бы в центре. Теперь я сделаю 3 петли подъема. 1, 2, 3. И еще 7 петель. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, накид, и под арку, идущую по ходу движения нашего вязания, провязываю столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, под арку столбик с одним накидом. Итак, мы вяжем под каждую арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид. И под арку. В итоге, видите, у нас что с вами получается? То есть мы получаем с вами уже обвязанный вот такой вот круг. И давайте посмотрим. Вот наша схема. И у нас показано, что мы с вами соединяемся через арки. Вот 1, 2, 3, 4 арки. Видите, вот как бы каждые 4 арки, они, ни одна из них у нас не гуляет. Вот где показано. Схема будет в группе, и вы сможете всегда посмотреть. Видите, вот стрелочки показаны. С каждым мотивом мы соединяемся. У нас абсолютно все наши арки будут задействованы в соединении нашей кофты. А соединяться мы будем, я уже показывала не раз, но давайте мы с вами еще раз посмотрим. Вот наш столбик. 1, 2, 3, 4. Так, и ищем с вами четвертую петлю, или, не знаю, можно даже под арку. 4, 5, 6, 7, накид и под арку. Ну, лучше, наверное, искать все-таки седьмую петлю, будет правильнее. 1, 2, 3, 4, и здесь 1, 2, 3, 4, зашли, протянули, 5, 6, 7, накид, столбик. 1, 2, 3, 4. Четвертая петля на ответном нашем мотиве. 5, 6, 7. Накид и столбик. То есть у нас остался еще один. 1, 2, 3, 4. Таким образом мы с вами соединили два круга. 5, 6, 7. Далее, если у нас есть с вами столбик, круг, значит, мы привязываемся. Если его нет, значит, мы просто обвязываем. Вот что у нас с вами в итоге получается. Очень легкая, очень воздушная и очень простая кофточка. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!